Привет, я Стас Давыдов. А в нашем полушарии, хоть так и не скажешь, наступила весна. А это значит, что мне нужно сменить грудь. Ну, я понимаю, что лично мне лицо свое стоило сменить на более симпатичное, но я сейчас про фотку на стене, окей? Окей? Присылайте свои фотки к нам в директ в инстаграме и попадайте в конец выпуска и сюда в рамочку, окей? CallDayWSS тут коммент оставил к прошлому выпуску, окей? Если хочешь, чтобы и твой коммент рандомно попал в видео, то не забудь его написать, окей? Окей, сейчас я перестану так разговаривать. Помните, в прошлом выпуске я упоминал новую робособаку от Boston Dynamics, которая умеет открывать двери и входить в комнаты. Прямо как батя стримера, одетого в платье горничной, если вы понимаете, о чем я. И это же как бы Boston Dynamics, и вы же помните, какие они еще видео обычно о своих роботах выпускают. И вот как раз такое видео про их новую робособаку нам Конкистадор и прислал. И... думаю, уже пора сделать постоянную рубрику. Чуваки из Boston Dynamics приближают постапокалиптический сценарий, при котором нас уничтожат ненавидящие всех людей роботы-убийцы. Итак, как же эти фашисты проверяют, насколько хорошо их робособака умеет открывать двери? Уже... есть какое-нибудь слово, которое определяет людей, которые ненавидят роботов? Ну вот, не расисты же они, не нацисты. Кто ненавидит всю технику? Девушки, конечно, учитывая, как часто они разбивают телефоны, но это не то. Да он ему жопу оторвал! Беспощадная сволочь. Я считаю, что пора собирать комитет по делам жестокого обращения с роботами. Опустите меня! Дождусь, да! Ну, я понимаю, что это не настоящее, а... робот... это ж... ладно. Не настоящая, а робособака. Но все равно, как можно над ней вот так вот недальновидно издеваться? Вот она пойдет потом и робо насрет под дверь. Или принесет робоблок с улицы. Робо оттрахает ногу этому мужику. Да, именно так я себе и представляю домашних питомцев через лет 9. Тузик, фу, нет, нельзя аннигилировать киберкошку, фу! Ну, если воспринимать видео аллегорически, то это вполне и наша реальность. Пойду спать уже, пожалуй. Ну еще одну серийку. Кажется, я научился неплохо играть в PUBG. А почему бы не кинуть гранату себе под ноги? Уверенно иду к победе. Быть русским признано допингом. Короче, давайте надеяться, что у робособаки на ее руке в следующей версии не появится пальчик, чтобы нажимать на спусковой крючочек. И мы пока что в безопасности. Это хорошо! Второе видео прислал Егелов, и сделал он это на thisishorosho.ru/прислат. Если тоже хочешь что-нибудь прислать, и это не фотка сисек, то ссылка есть в описании, и еще и вот тут, по буковке И, в правом верхнем углу экрана. Принято считать, что женщины живут дольше мужчин, потому что они реже идут на риски, менее агрессивны и более серьезны. Это бред и стереотипы. Вон, посмотрите, как серьезно эти мужики относятся к развлечениям. Ого, это же вторая самая замечательная идея на свете из топа-2 самых замечательных идей на свете. Первая — это совать заряженное ружье себе в рот. Ну, и вот вторая. Сборную по квиддичу не взяли, так я хоть, блин, премию Дарвина получу! Не получу, блин. Давайте я просто обращу ваше внимание на пару вещей, с которыми этому челику конкретно в этот раз повезло. Во-первых, он не напоролся на вот этот длинный черный бюст, который мог бы клевенько вырваться у него из груди, как маленький чужой. Во-вторых, его не разрезало стеклом на кусочки. В-третьих, он не повторил опыта вот этого видео. Если вы сейчас не поняли, о чем я, то вам очень повезло. Плюс мы теперь знаем, сколько нужно немцев, чтобы заменить лампочку. Осталось узнать, сколько потребуется, чтобы осколки с пола подмести. Эпично же упал, вон, все судьи выставили девятки. Ох уж эти немцы, вот сразу видно. Высокий уровень жизни, жиру бесится. Вот все им хорошо, а душа-то требует сломанного копчика и стеклянных осколков задницы. О, я, рваный аршлох. О, вундербар, зуппакаэль. В общем, странные какие-то строители и дом как-то странно разбирают. Это хорошо.
Витек! Нам тут на сладенькое прислал сладенького морского слоника. Хорошо быть жирненьким. Ты как бы и выглядишь как круассанчик, и можешь очень элегантно уходить от неприятного разговора. Ну что, морской слоник, уже приходишь в форму к лету? Ой, да я прямо сейчас тренируюсь, все, мне пора, пока. Отлично скатывается. Не того животного скатом назвали. Блин, а мы ведь так похожи. Ну, в смысле, он так же чертовски мил и привлекателен, как я. Что, в смысле, вы думали, что скатился так же? До такого качественного контента, вот как бы, на всем русском ютубе. Ну, между прочим, нормально вообще в последнее время, да. Молодцы ютублеры, горжусь вами. Стас, тебе тут посылка от департамента непалевной рекламы. Еще пончики. О, я, конечно, люблю пончики, но откуда такая щедрость? Да просто. На канале Fox по будням в 17:30 выходит мультсериал «Симпсоны». Вся информация по ссылке в описании. Ладно, я укатываю. Я сейчас понял, что он может не только шикарно укатить, но и великолепно подкатить. Эй, детка, как дела? Такой все-таки великолепный зверь. Им можно и умиляться, и тесто раскатывать. Но главное, ни в коем случае с ним не общайтесь, если у вас воняют ноги. О, боже. О, да ну нахрен. Ты серьезно? О, я укатываю. Это хорошо. Делитесь этим выпуском в социальных сетях, проходите по ссылочке в описании, там Симпсоны, там весна, в конце концов, и поставьте лайк этому видео. Ну, серьезно, если вам понравилось, поставьте лайк. Ну, а что, я зря снимал, что ли? Вот вам не сложно, а мне-то приятно. А это сиська в конце.